9 мая 2016 года в Горловке проходит парад в честь Дня Победы. По случаю 71-й годовщины со дня Великой Победы прямо по центральной улице города, а именно проспекту Победы, движется торжественное шествие. В колоннах идут тысячи горловчан с флагами и транспарантами. Это представители администрации города, молодежь, простые жители, учащиеся вузов и школ. И, конечно, в центре внимания сегодня находятся наши дорогие ветераны, в адрес которых звучат поздравления, теплые слова и благодарность за их бессмертный подвиг. Празднование Великой Победы по центральной улице города прямо сейчас движется колонна «Бессмертный полк Горловка», в которой участвуют три колонны – памяти героев Великой Отечественной войны, героев Афганской войны, а также героев войны на Донбассе и погибших мирных жителей. В колонне идут с портретами своих родных людей все те, кому дорога память об их близких. Сначала наверх поднимаем. Наверх поднимаем.